Разве не главная глубина мысли и содержания, зачем оформлять? Этот вопрос очень напоминает мне то, что мы делаем в отношении еды или одежды. Разве не главное ввести в организм нужное количество минералов или витаминов? Можно было бы кушать из тюбиков, можно было бы глотать таблетки и обеспечить организм всем необходимым. Но мы почему-то хотим кушать не только то, что полезно, но то, что вкусно. Мы хотим кушать то, что приятно и красиво. Очень часто говорят, что хозяйка умела приготовить, но не умела подать. Надо уметь подать блюдо, которое приготовил. То же самое в отношении одежды. Мы не просто хотим одеть какое-то полотно на себя для того, чтобы не было холодно. Мы хотим одеться красиво. И это нормальное и естественное желание человека. Человек – это комплексное существо. Он состоит не только из внутренней части. У него есть тело и есть некие телесные признаки, которые называются красота. Это очень важный признак. Поэтому тогда, когда мы говорим о письменных работах, мы исходим из этой же концепции. Письменная работа – это работа, которая должна иметь внутренний смысл, содержание, тему, тезис, практические выводы, ну и все прочее, что необходимо для внутреннего содержания. Но она должна быть также и правильно оформлена, то есть одета правильно, подана правильно. Зачем вообще нужна красивая одежда? Ведь красивая одежда – это не просто эстетика, это также и необходимость. Необходимость, чтобы принять человека, необходимость в том, чтобы человек мог находиться в соответствующем обществе. Иисус Христос как-то сказал очень интересную мысль. Он говорил о том, что новое вино вливают в новые мехи, старое вино вливают в старые мехи. Что это означает? Это не означает, что новое вино и новые мехи лучше, чем старые. Это просто означает, что должно быть соответствие формы и содержания. Вот это соответствие формы и содержания очень важно, когда мы говорим о письменных работах. Есть определенные нормы в академическом сообществе. Академическое сообщество, так же, как и любое сообщество, имеет свой дресс-код. И если вы придете в какой-нибудь неопрятной кофточке в хороший элитный клуб, вас просто туда не пустят, потому что есть дресс-код. Никто не станет разбираться, хороший вы человек или плохой. Вы должны быть еще и соответствующим образом одеты. Точно так и в академическом сообществе. Если вы написали хорошую работу, но она не оформлена надлежащим образом, ее никто и читать-то не станет. Хотя это может быть гениальная работа. Поэтому очень важно, чтобы правильно подать свой материал. Сегодня в академическом сообществе есть определенные стандарты, есть нормы, есть ГОСТы. Они не вечные, они сегодня существуют такие, 100 лет назад они были другими. Во времена Средневековья научную мысль подавали совершенно иначе, чем сегодня. Но тогда говорить тем языком, который мы сегодня говорили или говорим, это было бы неприемлемо. Сегодня надо говорить сегодняшним языком, в прошлом говорили языком прошлого. Так что, если мы хотим, чтобы наши работы читали, чтобы наши работы оказывали влияние, чтобы мы работали не в стол, как говорят иногда писатели, а работали читателю, на читателя, то тогда нам необходимо правильно оформлять свои письменные работы. И для этого как раз и существуют специальные курсы, специальные наставления. И если человек знаком с этим, все это оказывается очень легко и просто. Тогда можно не только приготовить вкусную академическую пищу, но и подать эту вкусную академическую пищу красиво, эффектно, так, чтобы с удовольствием человек съел эту академическую пищу.